Всем доброго утречка. Я с утречка выскочила. Вчера мы так и не попали в магазин. Поэтому пойду схожу, молоко куплю. Вот, какую-то молочку. Пока Яра спит, Андрей пришел. Ну, а потом уже буду смотреть. Походу, погода хорошая. Надо как-то менять расписание. И попадать с ребенком уже днем выходить гулять. Смотрю, кстати, вот там напротив. Тоже хорошая площадка. Сейчас уже площадки открываются. Так что будем пробовать. Сейчас пойду схожу. Прогуляюсь. Шикарно. Расходится, тепло будет. Бомбочка. Завтрак, это завтрак. Сейчас Яра пока еще спит. Сейчас немножко начала понимать вообще, что происходит. Вчера Яра сел вечером играть в планшет. То есть не играть на планшет, а посмотреть кино. И что-то он не захотел. А, про царя Салтана, что-то ему еще говорит, я уже посмотрел, не хочу. Мама, включи мне Буратино, включи. Думаю, ладно, смотри Буратино, уже 50, ну, ему нравится там песни петь вместе, ладно, думаю, смотри хоть Буратино. И я пошла и как-то отключилась немножко так под этим. Прихожу, мой Яра здесь все раскидал, сидит, ТикТок. Как это вообще изолировать его от этого, я даже не представляю. Есть на Ютубе, в принципе, родительский контроль, но вся проблема в этом родительском контроле, что там ты просто загружаешь детский Ютуб. А если ты загрузишь, найдешь его, как его, в Play Market, и да, он загружает, он это делает, он залазит. Он даже научился Микки, ну, с его руками открывать замок с этой стороны. Она закрывается на ключ, а он ей вскрывает. Дверь открывает. Вот. И, короче говоря, он загружает себе YouTube, он загрузил себе обратно TikTok. Это только если Play Market как-то попробовать, я не знаю, удалить или еще что-то. И начал смотреть. Ну, и я ему претензии предъявила, что вот ты не прав был, ты не должен был. Ну, как бы, типа, те же я не разрешала, а ты опять этот TikTok на ночь глядя. И все. И нас опять понесло. Опять истерика, опять слезы, опять рев. Мама, мама. Я так понимаю, что вот у него сейчас такой вот возраст, что типа, когда ему что-то не так скажешь, не тем тоном, это сразу моментальные вот эти обиды. Как я сейчас вспоминаю с Микой, как раз в этот период у него начались вот эти непонимания, 10-11 лет. Типа что-то сказал, не так сказал, не тем тоном сказал, не на том уровне сказал. Ну, я себя вспоминаю, когда я стала запрещать всем меня называть по кличке. У нас всегда, да, типа меня никогда не называли Мила, меня называли Мулька. Вот все равно я это запомнила, да, вот, то есть, как бы, ну, вот так вот называли, я не знаю, с какой головой. У меня дядька вот так всю жизнь как-то они меня, я перестала, я запретила взрослым людям тогда, запретила себя вот так называть, нет, и все, прям категорически. Просто, когда ты ходячий, ты взрослый человек, ну, ребенок такой, да, ты взял, встал, развернулся, ушел, плюнул там, что-то тебе не понравилось. Здесь я понимаю, фишка в чем, что он не может выразить иначе свое мнение. Протест, не мнение, а протест. Он не может встать, уйти, он не может скачить, он не может, типа, плюнуть, он не может пойти и сделать, грубо говоря, да, все равно там забрать планшет, уйти там в туалет, закрыться и сидеть, смотреть или еще что-то делать. И у него начинается вот такая вот истерическая какая-то паника, истерика. А у меня потом, я смотрю, а я вообще ни на духа не переношу, потому что, ну, как бы мне вроде хочется, чтобы все было по правилам, все правильно, вроде бы я же ничего такого не делаю, а он начинает с криком, с замахиваниями, да, сейчас вот это вот пошло, чуть что махаться руками,
Ну, как-то мне обидно это все. И, естественно, я начинаю психовать, я тоже начинаю нервничать, и я понимаю, что потом у меня уходит, как типа, мой организм стресс, и сразу что, вырабатываются эти гормоны стрессовые, и у меня начинается потом в итоге вот эта голова тяжесть. То есть у меня постоянно, грубо говоря, организм не очищается от этих стрессовых клеток, да, от этого стрессового гормона. Я не знаю, вот на самом деле надо неврологу, чтобы антидепрессанты подавать, но антидепрессанты будешь отключаться. То есть, как бы, по идее, надо что сделать? Блокировать гормон стресса, чтобы он чуть что у меня не начинал вырабатываться. Но, блин, он вырабатывается, никогда я не могу от него деться. То есть организм уже как этот начинает сразу реакцию включать, что типа стресс, все, давай, организм в боевую готовность, он уже привык к этому, и он уже сразу вот так реагирует, как боевая какая-то машина, да, это моментально срабатывает. И... полный трындец. Ладненько. Нам сейчас надо встать. Буду сейчас его будить уже. Яську, может быть, успею. Сейчас пойду сяду, не знаю, помонтирую капельку. Минут 10-15, пока буду кушать. У меня другого варианта нету момента. А потом Яську подниму, мы позавтракаем. Надо пойти сходить к педиатру, посмотреть, собрать анализы. Потому что пятницу уже я не забрала. Вчера Андрей был на работе. Я не стала их оставлять вдвоем с Микой. Потому что Яра, когда начинает без взрослых, он начинает над ней чудить. Он начинает к ней в комнату, начинает какие-то требования предъявлять. Давай здесь, давай там. В общем, не знаю. Ну, в общем, не знаю, почему не стал. И пойду сегодня. Я даже не стала вчера узнавать уже. Я не знаю, почему. Мы занимались, наверное. В общем, не поддающиеся организации лидера вопроса. Хорошо сидим. Не видите, когда вот на солнце видно вот такие пятна какие-то появляются, желтые, проявляются они. Вот у меня после тогда той желтушки у меня вот так он остался. В общем-то, мы были в поликлинике, сходили, успели. Андрю с нами. Мы успели, сходили. По анализам, в принципе, у него только за счет того, что была густая кровь, тромбоциты высокие, повышенные. А так получается, вроде как, типа, и все в норме. Единственное, еще что, там что-то с поджелудочной, какой-то один показатель. Потому что она говорит, другие все показатели, там все в норме. И АЛТ, АСТ, и печеночные, и почечные, то есть и по воспалительным процессам. Ну, уже приду, расскажу, мы сейчас пока немножко... Что-то погода опять, да, хуже становится? Ну, солнце село. Хотя мы сели посидеть немножко, пожакать. Андрей теперь у нас... Да, я теперь буду. У меня сломался мой зуб. Теперь он стал без зуба. Яр, глотай. И будет теперь... улыбаться, как я. Еще. Мы сейчас поставили, я немножко хочу сделать сразу типа плова. Плов будет там, что будет курица. Сейчас буду по ходу заполнять. Просто камера пока занята. И фарш, но фарш не разморозился. Я пытаюсь его, чтобы он размерз, потому что мне надо туда добавить рис. Я хочу сделать типа фаршировки, но ленивые. Сим, ну иди. Долбит мясо. Причем, что у нее еды полно. Поэтому попытаюсь сейчас разморозить. Может быть, пока будет здесь, успеет. Так, мы работаем с помощником. Поднимайся, не надо вылеживаться. Поднимай свою голову. Дайте ему музыку, дайте ему песни, дайте ему танцы. В общем-то, пришли домой. Сейчас попозже расскажу про анализы, что там. Хорошо. Помидоры резать не надо, это пойдет все в фаршировку. Так, я их, курица поджарилась, я ее перевернула и посыпала сейчас лук. Сейчас буду чистить морковку. Яра тут режет огурцы на салат. Яр, режь аккуратно. Сейчас еще раз протру, а то Сима здесь курицу видала и гонит, гоняется. А вот это оно уже, это надо, я не знаю, как вы говорили, но мы никак не поедем. Растворитель до Леруа мы не доехали еще, чтобы купить. Поэтому оно просто не отходит, краска. Чуть-чуть вот отпечаток в этой скатерти, что плохо, она уже не сходит, краска.
Ешь аккуратно, вот так нарезай. Поверни его, Яр. Вот так. Вот. А руку возьми вот где-то в другом месте, держи. Яр, так ты руку себе поранишь. Тебе надо как-то сверху. Ты знаешь, как ты снизу держи, стой вот здесь, держи. Яр, клади руку. Держи. А вот здесь режь. Угу. Вот, начинай сверху срезать. Вот. Помельче можешь. Вот так. Режь. Так, ладно, я продолжаю резать. Новые обновленные сковородки обновляю. У нас тут такая побольше сковородка, но мы ей не пользовались. Сейчас буду переворачивать и добавлять уже морковку. Что? А? Что? Так, все, я добавила. Каково? Сейчас бульон. И теперь оставляю там морковка, лук. Здесь просто я приправу сделала такую, поэтому темная. Но получается. Сейчас добавлю, закрою крышкой, пускай она уже тушится. Вот сюда. Мой помощник тут работает усиленно. Надо запечатлеть, конечно, это дело. Без этого дела никак не получится. Да, Яроль, без тебя? Уже. Да. Поставил? Все, давай дальше. Следующий бери. Клади, поставила я все. Только ты слюни, пожалуйста, сглатывай, чтобы она у тебя слюны здесь не было. Да, я доску уберу, она тебе не нужна. Клади, складывай все в этот перчик следующий. Давай. Да, для тебя дофига перцев, делай. Быстрее, время идет, делай. У нас, как всегда, все и здесь, и все и сразу. Мы... Яра пока перцы делает. Я здесь уже плов практически заприготовился. Он сейчас немножко дотушивается. Я положила туда чесночок. Не стала в серединку, стала вот так вот его разложила, чтобы он дал вкусовые свои качества. Отдал нам. Так что плов, в принципе, немножко. Вот здесь уже чисто чуть-чуть бросила, здесь просто немножко добавлю капельку водички, потому что здесь не добавился, чтобы был такой более он мягкий. А здесь уже сейчас поджариваю лучок, помидоры сейчас буду, Яра делает, кабачки почищу и... Ярик что делает? Ярик вот делает мне фасоль. Давай, Яр, собирай. Только без слюны, пожалуйста, собирай. Яра собирает мне перцы. Спасибо. Делай. Добавил? Ты до конца добегай туда. Так, я чуть-чуть обжарила этот кабачки. Сейчас я их вот так вот они с лучком немножко здесь. Сейчас присолю, буду выкладывать фарш. И класть. Нет, наверное, я положу все-таки перчики, и потом фарш и помидорки. Вот так. А здесь, в принципе, уже готово. Уже можно сейчас садиться кушать.
Так, ну все, мы посолили, поперчили, я побольше сделала, думаю, мясо пускай все, что было, использую, потому что, в принципе, сейчас пока все больше дома эти дни, чтобы... Ой, не выключила. Вот я, дурень, не тот выключила, хотела выключить под пловом, плов уже готов, сейчас будем садиться кушать. Вкусный, ароматный, прикольный. Я больше люблю, конечно, плов готовить вот в этой кастрюльке, казанке, но сейчас уже это как бы надо, я рассчитывала все-таки сделать вот этот первый... заготовку, потому что сейчас хочу сесть яськой заниматься, поэтому плов будем кушать здесь. Это здесь, раковину сейчас убираем, это помыли, сейчас режем салат, заканчиваем быстро и садимся кушать. Сядь ровно, пожалуйста. Так. Нам надо быстро, у нас главное нам просто покушать сейчас. Ну, как только мы покушаем, мы с тобой идем быстренько садимся, делаем уроки и быстро уходим. 2 + 2, сколько у нас с тобой? 2 + 3? Или 3 + 2? 3 + 3. 4 прибавляешь 4, получается 8. А к 5 прибавляешь 5, получается 9. Ну, говори правильно, ты сказала. 10. А 4 + 5? Говори, правильно начинаешь. 9. Говори. 9. Ты же начинаешь как... 5 + 5 – 10. А 4 + 5 не может же быть тоже 10. 4 + 5 на 1 единичку меньше, да? 4 сколько меньше на 5? На сколько? Это все здесь пишется у нас, что ли? Ну, мы все пишем и пишем и пишем и пишем. Все, мы быстро сейчас поставили. Здесь сейчас оно закипит, бульон, и будем готовить. Потом я уменьшу, он горячий. Вот. Сейчас я убираюсь, мы садимся кушать. Плов, заканчиваю салатик. Яра тут не решает математику. Давай. Ну, сейчас вообще какой-то такой тяжелый период, честно говоря. Вот и блоги как-то снимаются тяжело, потому что я пытаюсь уменьшить Ярику препараты. Чем меньше я ему даю, знаете, это как наркозависимость какая-то. А тем больше у него, с одной стороны, включается в голова, с другой стороны, идут какие-то непонятные. Вроде бы улыбка. У меня аж прям все. Вот сейчас опять уже почти час ночи, не соврать, покажу вам. Он до сих пор не спит. У него это то пописить, то покак, то еще покушать, то еще что-то. Переодели. Положила. Дай мне опять спить. Эту воду я не буду пить. Такой сок я не хочу. Я буду вот этот сок. И вот просто уматывает, и уматывает, и уматывает. Вечером у меня уже вот уже ноги, эти колики колятся, знаете, постоянно на нервах получается. И стараюсь, потому что если, не дай бог, громче скажешь, не тем тоном скажешь, это будут слезы, обиды, истерики, что на него покричали, ему не так сказали, ему не так ответили, ему не то, в общем, дали, не так его поили. Я ему сейчас уже сказала в конце, говорю, Яна, я уже не могу, если ты сейчас будешь пить... Пей. Ну, завтра я пойду сама. Хотела сказать, ладно, не знаю, посмотрим, как я это переживу, это все. С другой стороны, я понимаю, что надо убирать этот препарат уже, потому что уже сил нету. Будем записываться еще на мониторинг в ближайшее время, потому что это тоже надо поехать, надо уже решать. Это опять в Москву сейчас ехать. Просто сложность в чем, что если бы это было бы 1-2 часа, а это надо или там оставаться сутки, не возвращаться, тогда на квартиру снимать. Это еще 2,5–3,5 тысячи, просто чтобы минимум, да, чтобы где-то квартиру сутки снять. Или же, получается, надо искать какую-то машину, я не знаю, чтобы они нас ждали, или вторую машину. Ну, очень сложновато пока вот с этим, я не знаю, вот я посмотрю. Если одно дело была бы своя, конечно, машина, то сел бы и поехал, да, а здесь, получается, надо
тоже это все просчитать, посмотреть, потому что водитель, по идее, должен 5 часов нас там ждать. Я, поэтому я всегда и так не люблю. Это плюс, если когда на машине одно дело с электричкой, но с ним уже с такого возраста, с такой сейчас, я не знаю, с тем пандемиями есть, они нет. Честно говоря, по электричкам. Хотя, в принципе, в электричку-то что? Из электричку сел и доехал. Вот по Москве там. Получается, мы приезжаем на Киевский. А это надо ехать на Юго-Западную. Если какой-то троллейбус посмотреть. Потому что это 3 часа я еду. Ты едешь, это не езда, а это целое, в общем-то, вот... На машине, с одной стороны, это, конечно, легко, ты сел, доехал, но, с другой стороны, эти все 3 часа я вечно сижу, и конфеты, не знаю, чтобы вот он не блеванул, но он все равно блюет, потому что, если здесь такси минут 15-20 я его удерживаю, то, когда мы едем в машине вот так вот до Москвы, это все равно идет тошнота, это рвота, это тряпки, это переодевание, в общем... Как вспомнишь, так вздрогнешь, так и не хочется больше ничего делать. Вообще, честно, я хотела сегодня поговорить не об этом. Хотела рассказать все-таки, что мы были, когда сегодня днем я пошла, мы дошли к терапевту своему, педиатру. Она посмотрела все анализы. Получается, что по общий анализ крови вообще у Яры все полностью хорошо, только тромбоциты повышены, вот. Там, получается, повышены тромбоциты, они практически на верхней планке. Но она говорит, ну там и получалось, что и кровь свернулась, потому что, вот я говорила, кровь была густая. Они говорят, что надо вот ее разбавлять, надо пить больше было, надо было жидкость пить. Я говорю, ну с другой стороны, он не пьет воду, и поэтому вся проблема, что всю ночь, получается, я ему не даю, он потеет. Ну, с утра получается вот так вот, что ему уже надо выпить. А здесь надо идти сдавать анализы. Получилось, что кровь была густая, и в итоге, в общем-то, я ему его, конечно, не знаю, короче говоря, написать. Но, по идее, она говорит, что второй вариант тромбоцита, это бывает, когда аденоиды. Типа, что с аденоидами? Говорю, ну, с аденоидами у нас вроде как нет, но у нас постоянно есть гнойные вот эти наполнители, которые, они напираются. Аденоиды у нас как бы первой степени были, то есть небольшие. Она говорит, консультация у Лора. И у него, получается, по биохимии, то есть все в норме, тоже только получается. Я сейчас не буду врать, липаза, как-то я сейчас надо было мне остановиться сфотографировать. Короче говоря, как она сказала, какой-то фермент вот поджелудочный, он завышен. Тоже на не сильно, там, по-моему, 100 единиц, а у него 117 максимально. То есть, как бы, да, вот получается выше планки. Она говорит, но при этом получается, что говорит, все остальные, то есть у него и АЛТ, АСТ, и второй какой-то еще фермент, там что-то, ну, не фермент, но там тоже что-то связанное с поджелудочной какой-то показатель. То есть тоже в норме. Она говорит, получается, вроде все в норме, только вот этот вот какой-то фермент. Говорит, почему вот он показался? Ну, в общем, типа, пока она сказала, там ничего такого вроде как нету, давайте понаблюдаю, просто как типа через пару месяцев, через 3 месяца сдать и проверить именно ЛОР, что, возможно, вот связано с аденоидами, то есть вот эти тромбоциты больше, каких больше ничего нету, то есть почему вот этот, ни воспалительных нету, белка нету, сои, помроя, сои 5, она сказала, и эндорфилов нету, то есть как бы аллергенов тоже никаких у него нет, все, никакие не аллергические реакции, кровь абсолютно спокойная, кровь абсолютно нормальная, причем даже мы посмотрели, там они давали калий, магний, калий, натрий. То есть, получается, у него все в пределах нормы. И, в принципе, даже она сказала, то есть, ну, мы и не пьем сейчас, когда какие-то витамины чем-то я завысила. Нет, я уже давно, в принципе, не пью витамины. Получается, что у него они все в норме. Крови, да, содержание вот этих всех витаминералов. А она сказала, что даже ему не нужны никакие ни витамины, ничего. То есть, ему достаточно, у него все получается в...
в организме все сбалансировано, все питание у него все нормальное. То есть ему не надо ничего добавлять, никаких витаминов, никаких препаратов. В общем, не знаю, как это связано. Если кто в курсе, то есть, девчонки, могут напишите, что ну, вот, что-то надо дополнительно сейчас делать, сдавать по поводу вот этого фермента поджелудочный и тромбоциты. Но я у нее спросила с тромбоцитами, что делать. Она говорит, нет, здесь ничего не надо сейчас пока делать. Здесь надо просто типа эту кровь, ну, типа его отпаивать. Но чем больше... Вся такая петрушка, из-за чего сейчас мы с ним и ругались. Значит, ему дала такую воду, опять же, подслащенную. Он не может же пить вот эту простую. Я беру сок, сейчас разбавляю практически наполовину уже с водой. И вот он со мной ругается, что он, то есть он сладкое он принимает, а когда оно не сладкое, он говорит, я не могу его пить. То есть он, получается, он не знаю, в чем это прикол, как он мне говорит, что это связано как-то с вкусовыми качествами, и то, что мозг не ощущает он воду, и он воду не принимает, не воспринимает. Когда Вера пьет воду, и он как бы его начинает тошнить. Происходит спазм. И вот когда я начинаю разбавлять, я пробовала ему чай, что-то, вот он тоже не может. Как-то соки он изначально как смог, научился, и вот он на соках держится. Нам рекомендовали разбавлять. Я пытаюсь разбавлять ему, но вот начинаю разбавлять, и вот он начинает скандалить. Ладно. Начинает, в общем, что типа надо пить другую воду, да, я не знаю, что. Опять истерику начинает. Ладно, все. Меня слышат, и там опять начинают пытаться истерику. Все, всем огромное спасибо. Спасибо, что смотрите, что подписываетесь, за ваши комментарии, за ваши лайки. Всем пока-пока.